Так, 9 июня 2020 год, Харьков. Сатурн. Не перепутаешь. 3:49 по Киеву. Ух ты, так он уже опускается. Сколько же я уже здесь торчу? Пришел, он еще подымался. Так, что у нас 9 июня 2020 год, Харьков, как я и сказал, 3:50 уже по Киеву, светает, у нас 3 в 1, Сатурн, Юпитер и Луна рядышком, друг с другом, это очень красиво смотрится. А вон он, Юпитер. Ну где-то. Что у нас? Отрезкости нету? Нету. Полос на Юпитере не видно. Сейчас попробую. Ты что такое? Куда ж ты прячешься все время? Это автоматически он резкость пытается настроить. Но вижу я полосы. Но не сказал бы, что фонтан. И Ганимед опять слева блестит. Но как-то так.
не фонтан. Вот это огрызочек наиболее колоритный сейчас. Ладушки. Марс уже не поймаю, но...